В Жамбылской области полицейские случайно остановили «Тойоту», в которой наркокурьер вез свыше 12 килограммов гашиша. Сумки с товаром, примерной стоимостью более 7 миллионов тенге, даже не прятали. Они просто лежали в салоне авто. Машину с 53-летним пассажиром остановили на трассе Алматы-Караганда. Он ехал в сторону Алматы. Подозрение у полиции вызвали две огромные сумки в салоне, на которые отреагировала служебная собака. В них-то и нашли более 12 килограммов гашиша и смолы каннабиса. По примерным подсчетам, это около 20 тысяч доз, которые на черном рынке можно продать за 7 миллионов тенге. Мужчину с грузом арестовали. Ему вменяют незаконное обращение с наркотиками, в том числе хранение и перевозку. Начато досудебное расследование по статьям 296, часть 4, 297, часть 3 Уголовного кодекса. Подозреваемый пассажир данного автомобиля дал признательные показания и был водворен в ИВС Шуйского РОП.